сегодня очень интересная тема будет. Как понять, что это действительно мой человек? Как понять, что это действительно он? Как понять, что это действительно она? Чаще всего нам задают именно вот этот вопрос. Как понять? Вот. Но мы коснемся вопросов, кому рекомендуется создавать семью, кому не рекомендуется создавать семью. Коснемся именно вопроса, как понять, что это действительно мой человек. И коснемся синдромов нездоровых отношений. И синдромы нездоровых отношений, эти 5 синдромов мы коротко разберем, чтобы вам было понятно, стоит ли продолжать отношения с этим человеком или не стоит. Окей. Так, кому не рекомендуется создавать семью, как вы думаете? Зависимым, новообращенным. Психически нездоровым человеком. Психически нездоровым, да. Бывает, что у нас была ситуация даже с одной сестрой с Латвии, которая жила с психически нездоровым мужчиной. Она об этом не знала, когда выходила замуж. Он очень хорошо, красиво ухаживал. В конечном итоге оказалось, что он стоял на учете, вот, и очень-очень много претерпела. Вот. А еще молодым, слишком молодым, да? Окей. Первое, кому не рекомендуется создавать семью, это людям, не достигшим 23 лет. 21 года можно сестрам, да, девушкам, не стоит создавать семью. И мужчинам не младше 23 лет. Почему? Объясним. Потому что люди, молодой человек к этому возрасту только начинает познавать и узнавать свою психологию. Мужчина мужскую психологию начинает понимать. Женщина женскую, да? Кто я такая? Из чего я состою? Комок эмоций, да? Как с этими эмоциями справляться? Женщина еще толком не знает и не понимает. Вот поэтому не рекомендуется создавать семью людям, не достигшим 23 лет. После 23 лет человек уже начинает задумываться о том, какая же психология у противоположного пола. Понятно, да, почему не рекомендуется. Так, да. Хочу добавить, вообще по статистике очень большой процент развода. Люди, которые вот 18, 19, 20 лет женились или вышли замуж. То есть это официальная статистика, там... Я не знаю, там в процентном соотношении, но там чуть ли не до 80% находят, получается. Поэтому просто люди, когда они еще вот, растут в процессе роста, созревания как личность, физически они, конечно, уже как бы взрослые, да, все. Но именно психологически человек еще как характер еще растет, созревает. Бывает так, что тебе 18 одни девушки нравятся, в 19 другие, в 20 третьи. То есть, если ты женишься там в 19 лет, да, то в 22 года ты понимаешь, что тебе, что ты ошибся. Поэтому, чтобы такого не получалось, то есть, нужно рекомендуем парням, минимум это 25 лет, да, то есть, а девушке там от 23 лет и выше. То есть, вообще, думать об этих вещах. Далее, следующий момент. Кому не рекомендуется создавать семью, это новообращенным. Минимум 2-3 года в Боге человек должен быть. Если вы себя любите, если вы заботитесь о своем будущем, вы не выйдете замуж за новообращенного. И за человек, который проходит реабилитацию и прошел реабилитацию, он должен целый курс реабилитации пройти и быть в Боге хотя бы 3 года. Вот. Почему это надо так сделать? Чтобы человек прошел испытание. Потому что Бог все равно проводит человека через определенные испытания. Нужно, чтобы человек это испытание прошел. Да? Доказал, что он все равно хочет быть с Богом. Ситуацию расскажу, да, сейчас. Была ситуация недавно. Одна сестра молодая начала писать мне, вызванивать и звать нашего пастора к себе в церковь, чтобы... Пастор научил их строить взаимоотношения, потому что у нас, говорит, об этих вещах не говорят. Я договорилась с пастором, она со своим пастором не договорилась. Так, там долгая история. Короче, в чем дело? Она вышла замуж,
она была лидером прославления, и сейчас, наверное, лидер прославления. Она вышла замуж, только вот в свадебные фотки посмотрели, только посмотрели фотографии со свадебного путешествия, вот, и тут кричит караул. Он говорит, ушел. Я говорю, в смысле? У нас в церкви не учат про взаимоотношения. Он был новообращенный. Я говорю, ты что? Вот пришел, буквально полтора года в Боге, они уже замужем. Она уже замужем за него. Красивый мальчик, понятное дело, да, такой накачанный, симпатичный мужчина. Мальчик. Вышла за новообращенного. Полгода в Боге, начал за ней ухаживать, все. И что теперь? Получилось так, что он засиживался с друзьями до часа, до двух ночи, приходил домой к жене потом. Жена, соответственно, высказывала, как это так может быть. Молодой человек, то есть не созрел еще для семейных отношений, вот, начала высказывать, и ему это не понравилось, пошел к мамочке, которая его любит. Это незрелое детское отношение к семье нельзя, к вопросу создания семьи нельзя так легкомысленно относиться. А она, она думала, что все такие, как она с детства в Боге, она привыкла видеть хорошие, здоровые взаимоотношения в семье. Тут молодой человек появился, она не подумала, вышла замуж и, соответственно, нахлебалась. Понятно, да? Я вчера буквально общался с своим знакомым, мне звонил. Он два года, по-моему, как покаялся, пришел в церковь, и такой вчера, общаемся, он такой радостный, говорит, вот я тоже там планирую жениться, у меня есть там уже девушка, я ее привел из мира в церковь, там полгода привел, то есть, такой человек уже настроен жениться, то есть он сам еще неутвержденный, да, и тут говорит, он может быть ревностный, да, как-то привел вот в церковь, не знаю, может, она пришла чисто ради него, да, то есть. Вы понимаете ситуацию, да, что это будет за брак. Дело в том, что когда человек приходит, мы, наверное, все проходили такой этап, когда ты приходишь в церковь, то есть такая благодать тебя наполняет, да, вот эта первая любовь, ты такой, у тебя крылья вырастают, и ты первые там два года, ты просто летаешь, и ты думаешь, что так будешь летать всю жизнь. И потом, знаете, потом бабах такая, пустыня, да. И ты такой в шоке. И он на период пустыни, это как проверка, да, насколько ты вообще зрелый христианин. И вот эта пустыня отсекает там очень многих людей. Понимаете? Если ты уже пройдешь этот этап, там, хотя бы года 3-4, тогда ты уже можешь себя считать настоящим верующим. До этого это все детский сад. Это полный детский сад. Это просто тебе Бог наполнил, и ты по благодати порхаешь. Такой, знаете? Поэтому, чтобы не было потом, знаете, таких разочарований, когда вот в первые два года люди женились, и потом, когда все вот эти эмоции прошли, и они потом понимают, что трудности, да, а с трудностями они не готовы были столкнуться. Поэтому, то есть думать о браке там, то есть после трех лет желательно, когда ты уже утвердился, ходишь в церковь. Далее. Тем, у кого нет необходимой материальной финансовой базы, этим людям не рекомендуется создавать семью. Материально-финансовая база. Это мужчина скажет. Да, то есть дело в том, что многие тоже упускают этот момент, такой, знаете, приземленный момент, деньги, финансы, да, то есть мы же все верующие, у нас, особенно когда человек влюбляется, да, то есть и он уже в таких приземленных вещах, как финансы, да, он забывает. Бывают, например, люди-студенты, да, то есть студенты два, то есть, хорошие люди, верующие, все, но у них, они себя не могут обеспечить, они пока живут за счет родителей. А надо думать о таких вещах, вот вы поженитесь, да, как вы будете жить, где вы будете жить, сможете ли вы арендовать квартиру, снять квартиру там, или еще, то есть сможете ли себя обеспечить. И человек, который, это особенно касается мужчин, да, если мужчина пока еще не может себя содержать, то ему вообще думать пока женить бы рано, пока человек не научится зарабатывать деньги. Понимаете, то есть я не говорю о том, что вы должны стать там каким-то богатым, да, но хотя бы я, например, когда до женитьбы тоже я работал, да, но я пока на уровне был, мог себя обеспечивать кое-как, да, то есть и потом, когда я встретился с Анжелой, каким-то чудным образом, то есть Бог тоже вмешивается, Бог дает возможность зарабатывать тебе. То есть так получилось, что у меня на тот момент был живой отец, и родители, знаете, такая, запасной аэродром. То есть я на них надеюсь, что там в случае чего можно к папе подойти, папа тебе поможет. Но я
редко подходил, в принципе, он, ну, иногда бывает там чем-то, ну, благословлял меня. То есть, но все равно ты надеешься. И так получилось, что когда мы женились, у нас сразу родился один ребенок, потом родился второй ребенок. И так получилось, что отец умер. То есть, когда у меня родился первый ребенок, получилось, умер отец, все. То есть, если меня прокрутить там год назад, когда я с Анжелой только общался, вот такую ситуацию нарисовать, я думаю, вау, я реально не смогу, как это? То есть, я один, буду обеспечивать семью, то есть, жену, двоих детей, ни пап, ни мам, у нас никого нет, у нас родителей нет. Смотрите, то есть, мы вот, я так думаю, как это у меня так получается? Сейчас, ну, у меня это получается, то есть, я понимаю, что это Бог благословляет, то есть, и все нормально. То есть, я хочу сказать о том, что, ну, мы, во-первых, должны об этом думать. Если, как бы, брак от Бога, то Бог будет вас благословлять, и у вас все получится. Тоже не надо бояться, знаете, а как, а что? То есть надо быть, ну, тоже зрелая середина. То есть понятно, что не надо все на Бога спихивать. Вот Бог разберется, типа, я поверю, там, женюсь, а потом Бог меня благословит. То есть так не надо делать, понимаете? То есть надо как бы мозги тоже включать. То есть такая вот здравость должна быть в этом вопросе. Так, соответственно, вы поняли, да? Если семья не сможет... нет отдельного жилья, или же нет возможности оплачивать квартиру съемную, то не рекомендуется создавать семью. Понятно, да? А вы знаете, да, что многие, ну, тут на Украине все, практически очень многие живут с родителями. Я заметила, что это, ну, в России не совсем так. Но у меня установка была там в христианстве, установка, нельзя раз с родителями жить. Да, и а тут многие очень живут с родителями, и за счет, ну, и очень много, кстати, разводов из-за того, что семья живет с родителями. Очень много разводов. Поэтому, ну, поэтому вы должны это знать, понимать и здраво оценивать. Окей, далее идем. А если вы не уверены, что человек полностью освободился от зависимости? Есть очень много прикидывающихся христиан, которые в действительности не освободились от зависимости. Поэтому, если вы не уверены, что человек освободился от этой зависимости полностью и до конца, и бесповоротно, то не надо об этом думать даже. Хоть хороший человек, да, ну хоть суперский, но если человек не освободился до конца, и вы подозреваете, у вас есть ощущение, подозрение есть, то будьте аккуратны с этим человеком. Здравствуй, Володя. Вот для того, чтобы узнать человек, какой он на самом деле, поэтому нужно, мы приходим на прием к пастору, да, мы консультируемся с пастырями, с нашими лидерами. Поверьте, они знают много вещей, которых мы можем не знать. Об этом человек, к примеру, да, то есть мы видим, вроде бы такой классный парень, все красиво ухаживает, там комплименты, все у него так все красиво. А не знаю, например, что он там покуривает или там выпивает, да, то есть это, может быть, мы не замечаем. А бывает так, а если он ходит, например, в церковь куда-то, мы можем подойти к этому, ну, к пастырю церкви, да, и поговорить с ним, и выяснить все. Он, пастыря, не знает, бывает, ну, не бывает, а больше, чем мы знаем, потому что они ответственны за людей. Поэтому не надо, знаете, вот бояться вот консультации с пастырями, с лидерами, это нужно делать, это правило церкви. Нужно идти, нужно общаться, потому что у меня раньше тоже был такой, знаете, пунктик, ну, еще когда я, то есть, когда только думал о семье, вот, например, мне появится там девушка, да, на которой планирует жениться, как я буду идти к пастырю, то есть, ну, а пастырю не понравится, к примеру, да, ну, мне такой был вопрос, да, и что делать, то есть, поверьте, то есть, ну, такого не может быть, пастырь не может вам как бы категорически запретить. Но пастор может вам как бы дать свой совет, а вы уже выбираете дальше. Ну, как бы, ну, то, что нужно консультироваться и слушаться, не просто консультироваться, а прислушиваться к мнению пастыров и ваших лидеров, это 100%. И даже бывает так, что он что-то вам советует, а вы с этим не совсем согласны бывает. Да, вот у нас была такая ситуация по поводу свадьбы. Мы хотели, к примеру, летом делать свадьбу, он нас посоветовал помолвку там 6 месяцев, и пришлось переместить. Но мы пошли на это, как бы, ну, на послушание. И потом мы видели, какая благодать. То есть, понимаете? То есть благодать действительно двигала. Нам все так классно происходило, все как по маслу. У нас было два венчания в моей церкви, в церкви Анжели. То есть свадьба была классная. Все. И потом после свадьбы тоже все было хорошо. А если бы просто, мы знали, своевольничали, то есть наперекор пошли, то непонятно, как это было бы все. Хоть и летом, да, было бы, но непонятно, как это все было. Понимаете?
По поводу зависимости. У нас одна сестра с командой, она с Луганской области. Когда началась война, военные действия, она переехала в Россию к жениху. К жениху он сделал предложение, он уже приезжал, все нормально. И она туда приезжает, оказывается, он не освободился от зависимости. И, короче, она осталась там в стране, ну, как бы непонятно, да, вроде поехала с надеждой, а получилось так, что попалась. Но она, понятное дело, не вышла замуж за этого человека. То есть я, ну, и осталась, пришлось ей остаться там. Вот, то есть, как бы, смотрите, очень аккуратно с этим будьте. Далее, следующий момент, кому не рекомендуется создавать семью, как, если вы не уверены, что любите этого человека. Вот если нет уверенности, что вы его любите, не надо идти там, да, вот это последний шанс, человек хороший там, или еще как-то, да, или, ну, выгодно. Если вы не уверены, что любите этого человека, не рекомендуется создавать семью, потому что в основе в семьи все равно стоит любовь. Аминь. Еще раз повторим, кому не рекомендуется создавать семью? Это новообращенным. Следующее, людям, не достигшим 23 лет. Тем, у кого нет необходимой материально-финансовой базы. Тем, у кого нет отдельного жилья и нет возможности оплатить квартиру съемную. Если человек не освободился полностью от зависимости. А сейчас еще мы, помните, говорили, что есть порнозависимость. И даже девушка, если вы были у нас на встрече на Новый год, и до этого была встреча на пятилетие вроде, да? Угу. Девушка свидетельствовала, женщина свидетельствовала, что человек был отличный, хороший, мог вообще обеспечивать, проповедующий в церкви. Ей что-то на сердце что-то не так было, да? То есть она чувствовала, что что-то не так с ним. И видит сон, что он блудит по-страшному. И потом она прямо ему говорит, и он признается, причем там, говорит, в шоке был сам, как это так она знает. И Бог ей показал сон. То есть, ну, поэтому очень аккуратно будьте. И следующий момент, да, если вы не уверены, что любите этого человека, вот, кому не рекомендуется создавать семью? По поводу последнего пункта, дело в том, что она по поводу неуверенности, что любите человека. Дело в том, что в нашем обществе, ну, большинство, подавляющее большинство браков создается вот именно не на основании любви, а на основании, что хороший человек, что он так, ну, кто-то кого-то любит. Например, парень может быть любить девушку, а девушка может быть не любить. Но классный парень, у него родители хорошие, дом, машина, семья, выгодный жених, знаете, такое. То есть и в обществе это нормально. Но на самом-то деле это ненормально, потому что, ну, какая-то хида будет. И потом, знаете, люди живут всю жизнь, как кошка с собакой. Кто-то, ну, может быть, кто-то за кого-то держится, боится, чтобы он ушел. То есть, чтобы такого не было, мы должны четко в себе, ну, дать ответ. То есть, ты любишь этого человека? Как понять, люблю или нет, мы, в принципе, разбирали на любовь и влюбленность. У нас была эта тема. Но мы должны четко для себя ответить, что я действительно его люблю. Не потому, что у него там красивые глаза или там трехкомнатная квартира или папа богатый. Вот не за эти вещи любить человека надо, а потому что он личность, да? И то есть этот момент очень важен на самом-то деле. Следующий момент, подпункт, если вы пишете. Чем нужно руководствоваться при выборе спутника жизни? Чем нужно руководствоваться при выборе спутника жизни? Первое, что рекомендуется... Не поддаваться искушению сразу влюбиться. Вот появился молодой человек на горизонте, да, или молодая девушка, там, красивая, симпатичная. Вот тормозите свои эмоции, не поддавайтесь сразу искушению влюбиться. Вот, потому что, ну, мы любовь и влюбленность разбирали, да, у влюбленности очень много, как бы, негативных последствий, да, вот. Поэтому здраво оценивайте ситуацию, старайтесь вот этот момент влюбленности притормозить чуть-чуть, как бы, ну, приход этот. Вот. И дело в том, что когда вы строите отношения, ну, по-любому будет влюбленность. То есть по-любому не может быть, люди строят отношения, люди познакомились, общаются, и они друг другу параллельны. То есть любви, может быть, еще нету, потому что любовь, как помните, она созревает постепенно, она не может появиться сразу. То есть любовь постепенно... Как растение растет.
То есть вначале появляется влюбленность, да? Ну, в принципе, это нормально. Но ее нужно контролировать. Ее не должно, чтобы у вас, знаете, мозг снесло полностью, да, крышу, как говорится, и вы потом полностью в неадеквате. Такого нельзя допускать. То есть нужно контролировать. Мы, например, когда с Анжелой строили отношения, мы об этом, об этих вещах говорили, и мы обговаривали, что у нас есть какая-то грань, за которую мы не переходим в наших, то есть мы себя как-то тестируем, даем адекватную оценку, насколько у нас там чувства какие-то бурлят. Если мы видим, что немножко зашкаливает, мы себе чуть-чуть такое опускаем планочку, да, то есть, ну, то есть был такой момент. И вы для себя также должны, потому что если вы влюбитесь, то все, у вас вы адекватно не сможете оценивать ситуацию. Вы не можете адекватно сказать себе, то есть, насколько вы подходите, насколько человек подходит вам, насколько как бы... Ну, то есть у вас уже мозги, они будут отключаться во время влюбленности. Потому что во время влюбленности, знаете, эти душевные связи начинают работать, и как бы ближе прилипаете душой к этому человеку, и вы потом даже не сможете голос Бога услышать. Чем это опасно? Еще раз. Душевные связи, настолько дружба, настолько вот именно общение, вам классно, да, общаться друг с другом. Вот это, вот эти душевные связи настолько вас связывают, что вы потом духовную часть ваши отношения пустить не можете. Сложно вам будет именно услышать голос Бога. Это вот он, она, вы не можете услышать будет. Сложно будет услышать, потому что вот если вы не контролировали вот этот наплыв эмоций, да, чувств, вот, и вы сблизились настолько сильно, что вы даже голоса Бога не слышите. Поэтому тормозите. Просто если у вас такая, случается, да, то есть вы видите, что у вас зашкаливает ваши чувства, эмоции, просто делайте паузу, возьмите перерыв, там, неделю просто вообще не общаться, оно сразу вас попустит. Потому что бывает такое, что зашкаливает, ты уже видишь, что ненормально с тобой. Просто возьми паузу, возьми перерыв в общении, там, неделю, две, мы с Анжелой брали месяц, например, да, то есть не общались. И все, тогда уходит это, ты можешь адекватно оценить ситуацию, помолиться, ты можешь и услышать от Бога ответ. То есть Бог тебе может как бы достучаться до тебя. Следующее, на что нужно обратить внимание, посмотрите, совпадают ли ваши ценности, ваш взгляд на жизнь, на финансы, на семью. То есть совпадают ли ваши взгляды на финансы, на семью, одинаковые ли ваши ценности? Что имеем в виду ценность? Вот для девушки, к примеру, огромная ценность, большая ценность – это жить небом, да? То есть общаться каждый день с Богом, получать от Него откровения. Узнавать, какое у Бога настроение сегодня. Да, да. Вот для девушки это важно, к примеру. Да. А для мужчины это не ценность. То есть для него, в семейной жизни, да, девушка говорит, я пошла молиться. А он говорит, какой молиться? Кушать иди, готовь мне там, к примеру, говорю. А для него ценность, к примеру, да, чтобы было утром, в обед и на вечер всегда была еда там стояла. Разные могут быть ценности. Поэтому смотрите, совпадают ли ваши ценности. К примеру, для Вани была ценность, да, чтобы его жена служила. Служение Богу для него это ценность. И для меня это была ценность. И когда он сказал эту фразу, что моя жена может не работать, но служить она должна, мне это очень понравилось. То есть я поняла, что это у нас одинаковые ценности, и поэтому у нас сейчас со служением проблем нет. То есть одинаковые ли у вас ценности? Смотрите, потому что разные ценности, разные потребности, разные претензии друг к другу будут. Вы должны это понимать. Окей, идем дальше. Выходить замуж или жениться нужно только на зрелой, полноценной, сформировавшейся личности. Зрелой, полноценной, сформировавшейся личности. Есть братья, до сих пор есть куча братьев, знаем их лично, которые ищут себе 20-летних, не сформировавшихся девушек, которые под него подогнутся. И вот кайфуют от этой мысли. Такие думаю, боже мой.
прям, ну, одного брата я такая взяла, прям я сейчас тебя растерзаю, потому что такая глупость. Если у вас есть такие мысли, дорогие братья, зрелая, не сформировавшаяся личность подогнется пока под вас, а потом вам постучит по голове. Оторвется по полной, это 100%. Молодой человек уже в семейной жизни, уже в семье, женился вот так. Потом к нам подходил и говорил, что делать, может, книжку какую ей дать? Или может как-то вот подъехать вот так вот, чтобы она хоть чему-то научилась? Потому что на Новый год шаром покати, ничего не было, не приготовлено даже. Она не приготовила ничего ему на Новый год. Она занимается, вот ребенка родила, она занимается чисто ребенком. Муж где хочет, вот что хочет, делает пусть. Ну зато красивая, симпатичная, молодая. Я имею в виду, какие приоритеты. Человек на это повелся, да, то есть красивая такая. А кажется, она вот, кроме вот этой красоты, больше ничего нету. То есть как мне не приготовить, не убрать, вообще ничего не умеет. И потом парень прозревает, да, я такой, можно ей книжку дать, не посчитать. Да, он готов нам было заплатить даже, чтобы пройти школу подготовки к браку после этого. Так, кто умеет варить борщ? До этого надо читать книги. Нет, понятно, уже поздно. Нет, они там... То есть... элементарно не знает своих обязанностей девушка. Она же, хороший, красивый парень, она вышла замуж за красивого, хорошего парня, чтобы красиво, хорошо жить. Поэтому, пожалуйста, выходить замуж и жениться надо на сформировавшейся личности. Это во-первых. Во-вторых, вы сами должны быть зрелой, сформировавшейся личностью. Потому что если вы не сформировавшаяся личность, вы найдете такого же не сформировавшегося человека, уже говорила. Если вы не сформировались как личность, вы найдете такого же не сформировавшегося. И будете друг у друга тянуть, короче. Соки пить. Вы должны сейчас вкладываться в себя, в развитие своей личности. Да. А можно, пожалуйста, пример вообще сделать сформировавшейся личности вообще? Она какая-то личность? Хотя бы вот несколько пунктов. Она знает, кто она. Она себя ценит, если про девушку, да? Угу. Она себя ценит, она знает себе цену. Она не соглашается на меньшее, но и не претендует на большее. Она знает, как бы, кто ей соответствует. Да? Она сформировалась и в профессиональном плане, и в плане служения. То есть она знает, где она, какое ее призвание, какие ее дары, таланты знает. Знаете, личность сформировавшаяся, она самодостаточна, ей хорошо самим собой. То есть человек, когда ему плохо самим собой, есть такие люди, которые, им постоянно надо за кем-то прицепиться и ходить. Вот они сами по себе не могут. Это не сформировавшаяся личность. Личность, которая сформировалась, ему или ей хорошо самим собой. До скольки лет формируется? То есть, это вопрос такой, что это как отличие пацана. То есть человек может не сформироваться, может быть уже 20 лет сформироваться, а может в 40 еще не сформироваться. Да, пожалуйста. То есть я хочу сказать о том, что человек, который уже личность, во-первых, она или он, или она вообще знает, куда он идет, чего он хочет от жизни. И вот знаете, еще такой момент хотел отметить, особенно о сестрах, о девушках, которые вот 20 лет, и она себя мнит, что она такая супер-принцесса, вообще я тут царевна, королевна вообще там. То есть человек еще никто. У нее там папа, может быть, да, там хороший, да, обеспечивает. Но человек, понимаете, то есть она еще не сформировалась, она там какие-то там впечатления нахваталась, вот, и все, и мнит из себя супер-пупер. То есть это идет от нее, знаете. Вот это еще называется, человек не сформирован, и просто, знаете, хочет какой-то имидж создать. Человек, который сформирован уже,
То есть у него нет вот этих вот понтов, да, так по-простому сказать. Mm-hmm. То есть человек, он знает, кто он знает, что она личность, и ей не надо вот всем, знаете, вот это вот доказывать, пыль, да, доказывать и пыль пускать. Mm-hmm. Пыль пускать, понимаете? Пыль пускать в основном те, которые еще не личность, им надо вот показать, что я что-то стою. А человек, который уже что-то стоит, ему, он и так понимает, что он что-то стоит, и наоборот, они такие, знаете, ну, смиренные, что ли. То есть люди, как это сказать, ну, нормальные, то есть им, они не будут тебе там что-то исполнять такое непонятное. Вот это сформированная личность, да, но с ними сложнее, конечно, строить, может быть, отношения, потому что человек – личность, mm-hmm. и он не будет под тебя, знаете, подстраиваться особо. То есть вам нужно, ну, как бы, может быть, под нее уже подстраиваться или строить взаимоотношения такие, знаете. Договариваться, да, прислушиваться. А многие братья, да, они вот, может быть, боятся личности, и они вот какие-то девочки, и, конечно, им проще, которые еще можно, так знаете, ни рыба, ни мясо. То есть, ну, как бы, но потом все равно она вырастет, она как бы оторвется. Один пастор такое исследование проводил крупной церкви. Сказал, попросил братьев поднять руки, кто не женат. Подняли. А говорит, а чего вы не женитесь-то? Посмотрите, сколько сестер. Вот мужчины где-то около 30 лет, там 28, да, и 30, где-то вот так. И такой спрашивал, а чего, говорит, вы не женитесь? Вот посмотрите, какие сестры. Вот. А говорит, они все, кто руку подняли? Да нет, говорит, их нету, сестер-то, не делали, шик-то нету. А, и говорит, и все, кто подняли руки, они у всех есть девушка на примете. У всех есть девушка на примете. Но 20-летняя, 18-летняя, 19-летняя. И потом, а я, говорит, спрашиваю их, а чего вы, говорит, вы вообще, ну, о чем вы думаете-то? Вот именно вот эти 28-летние, 30-летние, которые уже сформировались, это именно вот этот сок, именно то, что надо. Вы куда смотрите? А они, говорит, типа, они до стольки лет, раз не пригодились, значит, не пригодятся. Вот представляете, вот это такой... Ну, маразм, вещи, я не знаю, как это еще сказать. Ну, это вот это, типа вот, а некоторые братья предпочитают, чтобы женщина уже была замужем, чем не замужем вообще не была. Ну, такие вот есть толки. Вот это настолько эта ложь распространяется в христианстве. Она распространяется. Они, братья же, разговаривают, дорогие сестры, братья про девушек больше говорят, чем мужчины, а девушки про братья. Секрет я вам рассказываю. Они говорят, еще как. Поэтому они, вот это распространяется, вот эта информация, она распространяется. Я вам говорю, вот кто меня вот сейчас смотрит, вот это ложь и глупость. Если вы на такое идете, ну, я не знаю, в грош вам цена. Многие девушки молодые, да, они хоть даже, ну, это больше, конечно, в миру, то есть им главное выскочить замуж пораньше, потом развестись, потом все, ты уже была замужем, все, тебе крутая, легче дышится, да, там. То есть, ну, для меня это бред. Вообще, на самом деле, это, ну, мне кажется, что это люди, ну, во-первых, они не сформировавшиеся как личности, потому что если уже человек личность, она себя ценит, ей вот эти вот все предрассудки вообще по барабану. Я хочу сказать о том, что если человек уже действительно личность, да, там, например, возьмем, ей там 30 лет, да, то есть, и она себя уверенно чувствует и ведет, еще не бывши замужем ни разу, да, то есть, я хочу сказать, что это заметно, братья это видят, и такие люди нравятся, на самом деле, которые знают себе цену, которые не бегают там, лишь бы, знаете, выскочить замуж, за кого попало, а потом уже как будет, разведусь, там, зато уже замужем будет. То есть, понимаете, девушки, то есть, вот, ну, я как брат говорю, то есть, видно таких людей, которые знают себе цену, и это привлекает, понимаете, это привлекает, они не размениваются на что попало, на какую-то ерунду, понимаете, они просто знают, что они хотят от жизни, и они себе уверенно идут по жизни, да? То есть... Хочу сказать, что привлекают настоящих мужчин такие девушки, вот, про которых Ваня говорит, вот этих настоящих мужчин такие привлекают. Почему? Почему даже Ваня... После каждого мероприятия нашего такого крупного, он признается мне в любви. Почему? Потому что, говорит, ну, он восхищается именно тем, что, ну,
я чего-то достигла, и вот я такая крутая, его люблю. Понимаете? Вот этот человек, который... Он ну, восхищается личностью, он не боится, потому что сильных женщин многие боятся, да? Но он восхищается, при этом любит, и он горд от того, что вот такая, такую мог завоевать. Спасибо, больше нет. 100%, да. Мне всегда нравились, у меня вот друзья тоже есть верующие, да? Когда еще мы были холостые все, то есть мне всегда нравились вот девушки, которые хотел, то есть личности, и молодые мне нравились. Ну, не нравится, потому что, ну, о чем с ней можно вообще, ну, общаться, да? То есть, ну да, она красавица такая вся, раскраса, и все, и пусто, а внутри пустота. То есть, мне нравятся люди, которые зрелые, да? Что-то я вот хотел сказать, и ты меня сбила немножко. Ну, то есть, я не знаю, то есть, девушки, вам не надо, во-первых, ты говорила, что девушки, которые вот личности, а они нравятся настоящим мужчинам. Ну так а какие вам надо мужчины? То есть я думаю, таким девушкам не надо настоящие мужчины, а не какие-то там, знаете, ну, пацаны, которые только то есть какой-то образ себе нарисовали. Поэтому просто девушки, действительно, вот будьте вот настоящими девушками. То есть, как это сказать? То есть цените себя. Вот цените себя, и это, ну, это заметно со стороны, это, ну, не знаю, меня лично это привлекает, не знаю, я не могу за всех, там, братья, говорит, мужчин, но меня такие люди привлекают, то есть, я думаю, что много таких людей, которые нравятся такие. Хорошо, идем дальше. Следующий момент, чем руководствоваться при выборе спутника жизни, вычисляйте тараканы, я так называю, вычисляйте тараканы у человека. Если строите отношения с ним, да, что я имею в виду под тараканами? Тараканы — это такие существа, которые переходят одного к другому человеку, с одного дома в другой. Если мужчина имеет тараканы, факт, эти тараканы перейдут к жене. Если у жены есть тараканы, перейдут к мужу. Я видела эти тараканы, ну, в семье своих подруг, когда они уже выходили замуж, я, скрипя зубами, уже соглашалась быть свидетельницей на их свадьбе, потому что были тараканы. У одного мужчины, ну, вот парень начал ухаживать за моей знакомой, и он пришел с одной в церкви, перешел к нам, и пришел с таким списком, чего девушка не должна делать. Девушка не должна кудрить волосы, девушка не должна краситься, девушка не должна вставать на каблуки, девушка не должна носить брюки. И вот он этот список хранил, лелеял, вот, и как бы она его отвергала, как бы отвергала, но он решил ее завоевать, он начал ей письма писать. И за счет этих писем он ее завоевал. Но я ей говорила, я говорю, ну не вышел у него еще этот таракан, не вышел. Короче, ну она поддалась, я ей говорила, желтый свет, не выходи, желтый свет, не выходи замуж. Желтый свет, когда вам Бог показывает, девушки, вы можете попасть в аварию. И мужчины тоже. Бог иногда дает разрешение создать семью, иногда говорит, красный свет, нет, а иногда желтый. Вот если вы желтый свет игнорируете, вы можете попасть в аварию. Так и случилось. То есть, ну, она вышла замуж за него. Через какой-то период времени, а он не работал. Короче, купили квартиру за счет того, что мама разделила между детьми квартиру. Они купили дом частный. Они живут за счет того, что приносят участок их. За счет детских пособий, а детей уже пятеро. Он не работает. Она перестала носить каблуки, она перестала краситься. Она ко мне, вот ее потом, они ушли из церкви. Он сам учил свою семью. Он сам такой умный, начал учить свою семью. Вот. Детей в садик не пускает, потому что там заразятся не духовными вещами. Короче, вот вообще, такое тараканище. Жирный. Детей жалко, потому что как-то он пришел с ребенком, со старшим, с дочкой.
ребенок абсолютно не социально не адаптирован. Ребенок не может нормально, 5 лет ребенку, ребенок не разговаривает, дичится, вот вообще прячется вот там. Опять детей уже. Это вот, ну, вот настолько вот реально, вот один таракан, вот эта бумажка, которую он хранил, лелеял, а за этой бумажкой, да, было огромное-огромное тараканище. И они пришли первый раз вот за несколько лет к нам на венчание с Ваней, я ее не узнала. Она была очень красивая девушка, это была очень красивая пара. Она постарела лет на 20. Ну, на старше выглядит, на 20 лет старше выглядит, чем она есть на самом деле. Вот они живут в такой темной в доме, в таком частном доме, темно, темно там вообще, ужас, короче. Это один из случаев вот этих тараканов переходящих. Это серьезно, поэтому вычисляйте. Потому что бывает, что тараканов больше у девушки. И они переходят к мужу, и была тоже такая. Я наблюдаю за парами, я слежу за парами, это мое призвание, да. И вот один мужчина не мог справиться с гордостью. Тоже женился на моей подруге, я тоже ей говорила, желтый свет, пока он не может справиться с этой гордыней. Получилось так, что они ушли из церкви, и они вот сколько? 5-8 лет мотались по городу, из одной в церкви, я с маленького города. И никак не могли, дома молились там, а этот призванный человек. 8 лет мотались, 8 лет жизни он потерял, он не вошел в свое призвание, мужчина. Сейчас, вот буквально месяц назад, мне Наташа Клюкина сказала, он пришел в церковь, вернулся, покаялся перед пастором, вернулся сейчас. И попросился в группу прославления, потому что он там был в группе прославления, он на барабанах постоянно играл и учился, и хотел играть. И 8 лет жизни промотал вот так, ходил по церквям, из-за своей гордыни, не мог справиться с гордыней, против пастора пошел, 8 лет жизни никуда. Не вошел в призвание. То есть это серьезные вещи, вот эти тараканы, поэтому вычисляйте хорошо, потому что они могут вырасти, расплодиться могут. Идем дальше. Посмотрите, как человек относится к духовной, к власти, к родителям, лидерам, пастырям. Смотрите, потому что это тоже показатель духовного уровня человека и показатель вообще обрезанной личности. Обрезана эта личность или не обрезана? Если девушка не слушается пастыря, не слушается лидера, то вас, как мужа, не будет слушаться 100%. Почитать вас, как мужа, не будет. Поняли, да? Смотрите за этим. Потому что очень много людей, тоже знаем мужчин, которые, только один негатив в сторону духовной власти. Один негатив в сторону духовной власти, и, соответственно, опять... А знаете, что такие люди призвания не входят, особенно мужчины. Не могут войти в призвание. А мужчина без призвания — это мужчина несчастный. Так, следующий момент, на что нужно обратить внимание. Есть ли большая разница в возрасте? Если разница большая, вы должны понимать, что у вас будут разные, вы с разных эпох. Я знаю, там много счастливых пар есть, когда мужчина младше на 10 лет, служителя есть такие. То есть тут как бы не можешь, нельзя судить и категорично говорить нет. Но вы должны просто понимать, что если разница серьезная, да, там 20 лет, к примеру, то это уже как бы серьезная разница. 10 лет еще ладно, да, когда уже разница 20 лет. То есть, но бывает, что интересы одинаковые все равно. Бывает, что интересы одинаковые, хоть и такая разница. Я знаю, у нас в церкви была свадьба, там там где-то 18-20 лет разницы было. Пастор женился на девушке и увез ее в Америку. То есть им нормально. То есть они как бы нормально себя чувствуют друг с другом, да, то есть, потому что ценности одинаковые, они с детским служением заняты, занимаются детьми. То есть смотреть надо просто. Всегда индивидуальный подход у Бога на это дело. Следующий момент.
Следующее. Взгляд на будущее у вас не должен быть радикально противоположным. Взгляд на будущее у вас не должен быть радикально противоположным. Да? Ну, как обычно, пример приводим. Там у мужчины миссия в арабские страны я еду, а жена даже слышать об этом не хочет. То есть, если Бог сочетает пару, то есть Он дает желание, одинаковое желание. Бог дает желание и действие по своему благоволению. Бывает такое, что мужчина вообще не хочет иметь детей, а женщина хочет 5 детей. То есть, да, тоже вообще разные. Мужчина говорит, я не могу обеспечить 5 детей, я не соглашусь на это. А женщина с детства мечтала, что у нее будет 5 детей. То есть, тоже ну, взгляд на будущее совершенно разный. Следующий момент. Но это уже мы чуть-чуть позже расскажем. Окей. Вам еще не скучно? Нет, мне не скучно. Следующая, самая главная тема сегодня, основная тема, как понять, что это действительно мой человек? Как же понять, что это действительно мой человек? Первый пункт. Самый такой распространенный, общеизвестный, наверное, и самый такой, который сразу дает понять. Вот, у вас есть легкое, качественное, хорошее общение с этим человеком. Легкое, качественное, хорошее общение с этим человеком. Вы общаетесь, как будто вот на одной волне. Вы друг друга понимаете с полуслова практически. Вам легко друг с другом общаться. Вам друг с другом легко молчать даже. Вот это один из основных показателей того, что это тот человек. Легкое, качественное общение. То есть в общении вас ничего не напрягает, не раздражает. Знаете, бывает так, общаясь с девушкой, к примеру, что-то вот как-то вот как-то туго, знаете, оно идет, пообщался там 20 минут, и уже такой уставший весь, уже все, тебе больше не хочется общаться, хочется пойти отдохнуть. Реально, после работы, вот это огород скопал. На работу. Было такое, да? То есть, может быть, у каждого из вас, у вас такое было там. Ну, например, у нас с Анжелой, мы вообще два человека не очень разговорчивые на самом-то деле. Я вообще поражаюсь, что у меня обычно женщины, не знаю, это такие, знаете, говорливые, а Анжела такая спокойная. Но мы, когда строили отношения, да, то есть мы по интернету общались, и мы по 2-3 часа каждый день мы общались. Вообще просто, я так думаю, о чем вообще нужно было каждый день общаться по 2 часа. Ваши сами фразы не разумеют. Не, так нормально общались, то есть, ну, хорошо, то есть, плотно у нас было общение, и вот действительно легко было. Было легко, ну, представьте, 2 часа, там, было 3 часа, ну, мы уже там ночью в основном общались. То есть, вот идет общение, то есть, вам легко, вам хорошо, ты ждешь этого общения, ты ждешь, когда там у нас 2 часов, да, у нас, когда... Ну, мы начинали общаться, ты ждешь, когда придет это время, садились раз и общались. То есть вот такое вот общение. Если у вас уже какой-то напряг идет, то это уже задуматься. Это, знаете, такая сигнальная лампочка. Понимаете? Потому что если идет напряг вот еще до свадьбы, то в семье там это, ну, увеличится этот напряг. Понимаете? Бывают моменты, когда с человеком нормально вы общаетесь в присутствии другого человека. Вот втроем нормально общаетесь, вдвоем остаетесь, напряжение пришло. Тоже, смотрите. Есть момент такой, вот одна пара у нас образовалась, станем друзьями. Общение сперва не ладилось у них. Почему? Потому что девушки обладают, смотрите, девушки такие хитрые существа. Если им парень нравится, они некоторые нормально идут к нему на общение, а некоторые, наоборот, за 7 километров обходят этого парня, потому что он нравится. А человек, который не нравится, не претендует, как бы, ну, не имеет в виду, да, как не предполагает, что это будущий муж, с ним легко общаются девушки. Вот. И вот этой девушке было тяжело общаться, потому что парень нравился, она не могла никак раскрыться, ей было напряжно, вот, ну,
нравится, и она не может общаться, не может, ну, себя комфортно чувствовать. Вот. Ну, потом, через определенное время, ну, пришло все в норму. То есть такие вещи тоже бывают. А если она говорит, что тебе с ней легко общаться, это намек какой? Или просто так? Ну, можно просто так. Просто контактирование. Так, девушки, да, кстати. Дорогие девушки, не надо спрашивать брата, тебе легко со мной общаться? Он скажет, угу, угу. Они не будут признаваться, не надо таким прямым вопросом, вот так не надо задавать прямо так. Тебе легко со мной общаться? Они скажут, да, конечно. Я тебе нравлюсь. Окей. Хорошо, дальше. Второй пункт. Человек регулярен в общении с вами. Вот этот человек, который ваш, он регулярен в общении с вами. Расстраивается, если вы там не пишете, не звоните, там не общаетесь. Хотя бывает, делает паузы. Вот особенно мужчинам это свойственно, делать паузы. Если читали книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», там очень описывается эта ситуация хорошо. То есть мужчина, когда прилипает сердцем к женщине, вдруг он понимает, что теряет вот эту как, свободу, теряет свою независимость, теряет, и раз задний ход дает. И прячется в пещеру. А девушка не понимает, как это все так хорошо шло, а потом раз, и мужчина пропал. И накручивает. Мужчина, все, я сам, я уже, все нормально, сердце мое тут, все нормально. Вера возвращается, а девушка уже накрутила. Он возвращается, как ни в чем не бывало, а тут девушка на него наезжает, короче, потому что она там накрутила в этот период. Момент, да? То есть вот мужчинам свойственно, когда они особенно прилипают сердцем к девушке, им свойственно раз давать заднюю, чтобы подумать, осознать, понять, что происходит. А потом они возвращаются, как ни в чем не бывало. Вы должны знать это такое. Так, второй пункт. Но не должно быть так, когда, знаете, такое впечатление, что вы мужчину утомляете, да, то есть вот он пообщался день, потом пропал на 3 дня, потом опять пообщался, потом опять пропал. Такого не должно быть. То есть если у вас симпатия, у вас должно быть, ну, общение должно быть регулярно. Да, может быть такие вот пропадания, о которых Анжела говорила, но это исключение из правил. А если он, знаете, так куда-то пропадает постоянно, это уже, ну, задуматься об этом. Это не регулярно, значит, он с вами общается. То есть второй признак того, что это тот человек, регулярен вообще. Регулярен. Он даже расстраивается, если вы там без предупреждения куда-то ушли, пропали там, да, не позвонили, не предупредили. То есть человек расстраивается. Далее. Есть момент влюбленности. Третий пункт. Есть момент влюбленности, но мы вот эту таблицу разобрали, что отличие любви от влюбленности, да? Вы об этом знаете. Тут надо аккуратно. И смотрите, если Бог хочет сочетать эту пару, один из признаков того, что Бог за эту пару, Бог дает любовь агапы. Бог дает любовь агапы. Это жертвенная любовь. Да, мы помните, говорили, сканируйте себя. Если с этим человеком что-то случится, ты все равно с этим человеком будешь. Да? Вот если внутри вас нет любви агапы, вы не сможете жить с этим человеком, если с этим человеком что-то произойдет. Если этот человек, там, я не знаю, оступится, станет инвалидом или еще что-то, да? Если у вас внутри сердца есть любовь агапы, вы внутри себя понимаете, я буду с ним до конца. Вот эта любовь агапы, она будет вам подсказывать. Следующий пункт. Как понять, что это действительно тот человек? Ваше общение открыто перед друзьями, перед родителями, перед духовной властью и перед Богом. Ваше общение открыто перед Богом, во-первых. Во-вторых, перед друзьями, перед родителями, перед духовной властью.
То есть не нужно прятаться от всех, знаете, бывает так иногда, мы с кем-то общаемся и боимся, чтобы об этом кто-то узнал. Я не знаю, много причин, чтобы, может быть, не спугнули там, знаете, что-то никто ее не спугнул или еще что-то. То есть когда у вас действительно, ну, это ваш человек, то есть это человек, который от Бога действительно послан вам, да, то есть не надо прятаться. То есть вот мы когда общались с Анжелой, ну, мы, то есть мы не скрывались. Вот мы не скрывали, все об этом знали, мы, конечно, тоже не рассказывали направо и налево всем, но все, кто хотел, все это знал. И как бы и было легко. То есть это вот, ну, когда вы общаетесь с вашим человеком, вам легко. То есть у вас нет какого-то напряга, такой ты постоянно ходишь там, думаешь, боже, чтобы, не дай бог, чтобы что-то не случилось там, чтобы кто-то ей что-то не сказал, чтобы она там что-то не узнала, или еще там, наговорят там друзья-подруги там что-то не то скажут ей, или еще что-то, и все развалится. То есть вот этого не должно быть. Если это ваш человек, он как бы ничего не развалится, все будет нормально. Поэтому и легко вам вообще общаться, легко строить отношения, и как бы друзья, они будут подтверждать это, ну, что действительно вы подходите друг к другу. Родители будут подтверждать. Если это ваш человек, то наоборот, окружающие ваши люди, у вас люди, они просто будут подтверждать действительно, что это, ну, ну свое мнение говорит, что если вы подходите. Поэтому, а если вы разные, да, если вы не подходите, так они об этом вам тоже скажут. Тоже будет для вас это хорошо, когда они вам, знаете, глаза откроют на мир. Потому что бывает, вы влюблены просто, да, а вам просто подсказывают, что, ну, посмотрите, вы не совсем подходите, соответствуете друг другу. Когда мы с Иваном общались, мы переписывались по интернету, да, я говорила: Господь, вот стой тут и контролируй. Я прям чувствовала присутствие Духа Святого, как он ведет. И даже когда я что-то пишу, я знала, что это не надо писать, я так стираю. Я вам серьезно говорю. Дух Святой, он стоял и контролировал весь процесс. Весь процесс общения. Я ему все рассказывала. Я рассказывала все подругам. Я не скрывала ничего. Мои пастыря знали о взаимоотношениях с Ваней. То есть, и когда он уже сделал предложение, все видели, что это чисто, что это свято, что тут Бог, что это действительно Бог работает. А некоторые там раз-раз прятались, а раз уже как гриб там, знаете, появились парочка. Непонятно откуда. И друзья не знают, как на это смотреть, как реагировать на его, ну, такие. Радоваться или не радоваться. Не знают. Знаете? А тут понятно все. Тут все ясно, все чисто, все. И как бы на этом примере я была лидером молодежного служения, да, то есть когда. И люди, молодежь, она смотрела за мной, следила за мной. Я им все рассказывала, я все описывала, и как бы нечего мне было скрывать. А люди, знаете, если есть что скрывать, значит там тьма, там есть грех. Для того, чтобы греха не допустить в ваши отношения, рассказывайте. Если это Бог, не сдует ничем. Вот что за глупость бояться гигиену человека, потребности этого человека, вы узнаете. Характер, привычки, интеллектуальный уровень, гигиену, потребности его. И вам это нравится. Вот вам это нравится. Вот не корежит, там не выворачивает вас, а и вам нравится. Вам нравится, как он себя ведет, да? Он, вот, как он рассуждает, к примеру. Вам нравятся его привычки там. Кому-то вот, нравится, что мужчина спортом занимается, да, там. А мужчине нравится, что девушка вот каждый раз ухаживает так красиво за собой. То есть вы узнаете этого человека, привычки, характер, и вам нравится. Поняли, да? Ну, тут все ясно. То есть не должно быть такого, что, например, вам не нравится, как мужчина одевается, ну, неряшливо, например. Вот вы одеваетесь, так, знаете, с иголочки, красиво, девушка, да? А парень, он вообще, ну, он за собой не следит, он, знаете, там в футболке, там, в спортивках там постоянно ходит с такими коленями, знаете, вот, висящими. То есть, и он считает это нормально, он этому значения не придает, а вы этому придаете значение, и это вас постоянно вот режет глаз. Вот такого, ну это ненормально.
То есть они думают, что это люди, которые Бог их свел. То есть, понимаете, оно будет... Не, смотри. Тут он как бы... Если бы девушка вот так себя вела, а парень красиво одевался, одна ситуация. Другая ситуация, когда... были несколько ситуаций у нас, станем друзьями, пары семейные. Одна женщина общалась очень долго с мужчиной. У нее было двое детей, у него двое детей вроде. И он пришел с деревни к ней на свидание, встречу, приехал. Вот как в огороде был, так и пришел на свидание. И она общалась, так хорошо было, шло общение. И тут она мне пишет, я, говорит, такая расстроенная. Я, говорит, настолько расстроена, говорит, он в чем был, вот, говорит, в огороде, в том и пришел. Вот в этом трико, реально, вот в таком трико. И она уже все отказывает ему почти практически из-за этого внешнего вида. Потому что как мужчинам нравятся красивые одетые девушки, так и девушкам нравятся красиво одетые мужчины. А тут вообще никакой. Потом она справилась с этим. То есть я с ней разговаривала, говорю, может, он просто не понимает, может, просто не придает этому значения. И она начала с ним разговаривать, да, и то есть она его переодела. То есть мужчина, который хочет, нравиться своей женщине, да, то есть он будет стараться там, делать так, чтобы переодеться нормально. То есть она потом в конечном итоге вышла за него замуж, и у них там семья сейчас с 4 детьми. То есть вот, тут как бы чуть-чуть может быть не такая ситуация, да, что вообще не нравится. Есть, к примеру, привычка, к примеру, там какая-то. Есть которые можно корректировать даже, да. Которые поддаются корректировать. Есть какие-то, которые очень сложно поддаются корректировать. И да, и мужчина не готов от них отказаться. Бывает, что не готов отказаться. Часто, да, я согласен, что можно корректировать как-то. Но зачастую бывает так, что тяжело вообще это все корректируется, особенно у мужчин. То есть я сам мужчина, например, я знаю некоторые свои, там, может быть, минусы, там, Анжела что-то мне подсказывает. Я хочу избавиться от него, и мне не получается. Тяжело идет, понимаете? А представьте, человек, он не хочет. Например, она хочет, а ему это устраивается. Он никогда не изменится. Поэтому не должно быть таких, не должно быть таких какие-то... Иллюзии и острые какие-то вещи. Вот вам режет это глаз постоянно, вам это не устраивает. Это может быть или в характере, или что-то, или в его поведении. Что-то бывает такое вычудит, для него это нормально, а вас это в шок приводит, знаете. То есть, вот таких вот вещей не должно быть резких. У нас, например, не было такого с Анжелой, да, то есть... Разве что шутки какие-то. Я же не говорю, что все должно быть идеально, да. Там, это просто разный менталитет. У нас тут в Украине все-таки юмористы, шутники, а в России там... Бывает, шуток не совсем понимают, украинских шуток, да? Шутки злые. Да, с таким... С подвохом. А для нас это нормально. То есть я, например, если делаю такую шутку, я это не со зла абсолютно. Вообще, я это... Это не со зла. Просто, понимаете, вот разные такие... А им Анжела такая... Вначале была в шоке, знаете. А у россиян легкий юмор, да? А у них легкий, у них какой-то такой простой, искренний, знаете. А у нас такой заковыристый, как что-то как сказанёный такой в шоке человек. Тем более с Одессы, потому... Да, поэтому вот такие вот моменты бывают. То есть, такие какие-то больших моментов, не должно быть, что ты вообще там... К примеру, да, я терпеть не могу с детства, как чавкают. Серьезно, шутка уже, конечно. Но я не могу, меня выворачивает. Я однажды жила с одной бабкой, она меня достала, конечно, она за мной бегала. Ты почему со мной не кушаешь? А она чавкала, короче, это меня рвет прям реально. Я не могу на нее смотреть. Вот, и это для меня был пунктик. Серьезно, для меня был пунктик такой. Я проверяла, чавкает он или не чавкает. Серьезно, потому что у меня... Вот. Была ситуация, там сестра одна влюбилась в парня. И тут, парень красавец, хороший такой. И тут она пригласила к себе в гости молодежь и сказала, возьмите свои чашки все, потому что у меня чашек не хватает, чай делать. И тут приходит брат, вытащил, говорит, свою чашку, такую черную изнутри. Налил, говорит, чаю и так. И все, говорит, любви как не было. Сразу разлюбила, моментом разлюбила.
Поэтому такие моменты, вот надо обращать внимание, да, походите в гости по утрам, да, чтобы понимать, что у вас ждет в семейной жизни. Потому что вот эти раздражители увеличатся в 10 раз. Увеличатся в 10 раз, если не больше. Дальше идем. Уже затягиваем. Следующий момент. Делитесь мечтами, мыслями о будущем. Чем больше будете делиться, тем лучше. Не ограничивайтесь только духовными разговорами. Ведите разговоры касаемо всех аспектов жизни. Христиане бывают такие, только о духовных вещах говорят. Такие супердуховные. Да. А я такое местописание знаю, я такое. То есть надо делиться мечтами о будущем. Мечтами о будущем. И посмотреть, совпадают ли ваши мечты или не совпадают. Разные у вас мечты или, не, ну, или подходите вы друг другу. Поняли? Окей, идем дальше. Ускоряемся. Следующий момент, 7-й пункт. Посмотрите, общаясь с этим человеком, есть ли у вас рост в вашей жизни. Рост. Касаемо всего. Духовный рост, интеллектуальный рост, бывает даже личностный рост, бывает финансовый рост. А когда вы общаетесь с этим человеком, есть ли у вас рост? Растете ли вы как личность? Растете ли вы как служитель? Растете ли вы в плане профессиональном? Смотрите. Ваня даже говорил, да, мы заметили, что по парам семейным, которые у нас образовались в служении, когда Бог сочетает пару, хочет сочетать пару, Он дает идеи, Он дает бизнеса даже, идеи, как заработать денег. Мужчинам особенно. То есть, когда Бог хочет сочетать пару, Он поднимает, начинает вас, мужчину, в плане финансов. Поняли, да? Следите, это знак, как знак того, что это вот она, вот это он. Побуждает ли в этом пункте, побуждает ли этот человек тебя стремиться к целям, достигать чего-то? Да, смотрите, двигаешься ли ты вперед или же наоборот деградируешь. Если человек от Бога, то вы начнете расти, вы начнете подниматься. Когда мы общались с Иваном, я начала это движение «Станем друзьями» служения. И в процессе общения, с ним, Бог давал мне откровения, и Он давал, на основе этих откровений у нас создавались семинары. Вот общаясь с ним, урок, это в процессе общения с ним образовался. Ну, то есть много мы начали проводить семинаров, исходя из тех откровений, которые Бог мне давал в процессе общения с ним. То есть Бог дает откровения, мы проводим женский семинар у себя в церкви. За счет этих женских семинаров сейчас у нас женские чаты. В течение 5 месяцев мы проводим женский чат. Каждую неделю встречаемся. Это те откровения, когда мы в процессе вот общения, еще до свадьбы получала откровения. То есть это был рост, это рост. Это духовный рост, это откровение, это служение растет. Ваню Бог начал поднимать в плане финансов, да? То есть это показатель того, что Бог хочет сочетать вас как семью. Следующий момент. Спрашивайте свидетельства этого человека, откровения этого человека и как он ходит с Богом. Я думаю, что вы все здесь зрелые христиане и настоящие христиане, да? Поэтому вы не согласитесь на фальшивку, на мишуру. А вы хотите действительно верующего человека. А верующий человек, если он ходит с Богом, он получает откровение. Он получает, слово читает, что-то, он размышляет над этим. О чем ты вот, у нас с Ваней, часто Ваня там спрашивает, о чем ты сегодня размышляла?
То есть какое слово, над каким словом, какое ты откровение получила, да? Хождение с Богом. То есть что именно в процессе хождения ты получаешь, человек? Потому что религиозных людей сейчас много. Очень много религиозных людей, которые истинного хождения с Богом не знают. Не меняются. Человек, который религиозный, он не будет меняться. Он не будет улучшаться, он не будет развиваться. А человек, который ходит с Богом, он будет изменяться. Его сердце, его жизнь будет изменяться, он будет расти. Да, у нас когда с Анжелой, мы тоже общались, так интересно, но Анжела больше, ну вообще у женщин такие более глубокие отношения с Богом, то есть они более чувствительные. У нас, у мужчин, у меня, в частности, Бог там через просто откровения какие-то дает, да, как бы я там записываю, все, то есть на уровне знаний. А у Анжелы более такие глубокие, она когда говорит, например, что вот со мной сейчас рядом сидит Иисус, например, на диване, там я чувствую, я так иногда было даже так, серьезно? Улетела? Просто все нормально в таком плане. Ну, то есть, я понимаю, что действительно, то есть, так и есть, то есть, для меня так, знаете, было, или нам, например, давай вот мы общаемся, да, какую-то, там, какую-то проблему, давай сейчас вот помолимся. Ну, для меня, знаете, как-то помолиться чем-то, у меня есть время, да, молитвенное, вот я там молюсь, а вот так, знаете, спонтанно о чем-то попроси Бога, для меня тоже так немножко было удивительно, а для него это нормально, то есть, я понимаю, что у меня действительно есть вот такие вот какие-то прямые отношения с Богом, для меня так подстегивало и... такая ревность, что и себе хочется такого, то тоже так двигаться, то есть, понимаете? Поэтому нужно вот смотреть, насколько человек, или он просто религиозный, он просто Библию там почитал 8,5 раз, да, и просто цитирует эти местописания. А нету отношения с Богом, может быть, на каком-то зачаточном этапе. Поэтому эти вещи тоже нужно выяснять. Вот в процессе разговора оно видно, оно заметно. Это очень важно. Если человек ходит с Богом, у него есть откровение. Каждый день новый хлеб. Просто человек не может это удержать. Он захочет сказать об этом. Он захочет поделиться этим. Следующий момент. Мужчине, смотрите, мужчины, вам следует посмотреть, не давит ли на вас женщина, не командует ли вами. А женщинам надо посмотреть, готовы ли вы смириться под этого мужчину. Еще раз, мужчина, вам следует посмотреть, не давит ли на вас женщина, не командует ли вами. Если вы отдадите первородство в отношениях к женщине, то она не будет счастлива. То есть, смотрите, вот как вы себя чувствуете рядом с этой женщиной. Вы первородный, вы глава, она вас почитает, она вас слушается. Да? Вы чувствуете себя нормально, как мужчина? Не давит. Я думаю, что мужчина, любой мужчина чувствует чуть-чуть даже давление какое-то со стороны женщины, а он все сразу пора чувствует. И сразу такие девушки обычно отметаются у них там. Да. А женщинам надо посмотреть, готовы ли вы под этого мужчину смириться, почитать его, уважать его, да? Почему это важно, дорогие женщины? В каждом из нас есть это стремление и желание быть в кроткой, смиренной женой. Может быть, это из-за сложившейся ситуации, да, из-за того, что вам пришлось много на себя взять ответственности, нам кажется, что этого нету. Но это есть. Появится настоящий мужчина в вашей жизни – вы сразу почувствуете, вот знаете, плывет там женщина, плывет по реке, нормально плывет. Как только появится мужчина, тем более тот мужчина, который ей нравится, она сразу тонет уже. Ой, я же не тону, я не доплыву, спасите. Это реально, почему? Потому что появился настоящий мужчина рядом, женщина расслабляется и хочется быть слабой, беззащитной. Вот несчастный, чтобы они о ней позаботились. Нормальное состояние. Вот это так и есть. Это всегда так. Вот.
А мужчине, наоборот, хочется, чтобы вот действительно женщина в нем нуждалась. Женщина, которая все сама может, такой женщине мужчина не нужен. Мужчина будет чувствовать себя лишним. Мужчине нужна женщина, которая в нем нуждается. Согласны? Да. Поэтому смотрите, как вы себя чувствуете рядом с этим человеком. Чувствуете себя вот кроткой, смиренной? Вот мне хочется быть кроткой, смиренной, ничего не делать, расслабиться, довериться и все, да? Не в плане вообще ничего не делать, лежать, наваляться на диване. Правильно меня поймите. А мужчина, наоборот, чувствует себя героем вот рядом с этой женщиной. Чувствует себя, вот, ну, хочу заботиться о ней. Да? Хочу взять ответственность на всю жизнь за нее. Это должно быть. Рядом со своим человеком вы это почувствуете. Следующий пункт, 10-й. Человек должен вам нравиться внешне и внутренне. Внешне человек должен вам нравиться. Внешне человек вам должен нравиться. Ну и внутреннее, понятное дело, да, мы о внутренних вещах говорим. Тут тоже такой момент. Должны понятное дело, должны учитывать, что внешность меняется. Внешность меняется, но мы любим личность, да? Но внешность все-таки должна вам нравиться в этом человеке. Вы согласны с этим, да, я думаю. Да, потому что это не первостепенно, это не супер-супер самое главное, потому что оно меняется, женщины меняются. Я вышла замуж, там была 40, я всегда была 45,5 килограмм, потом, ну, перед замужеством где-то была 49 килограмм, а потом во время родов на 20 килограмм прибавила. Представляете, беременная такая... Второй раз вот так вот. Вот так вот. И понятное дело, мужчина должен понимать, что женщина меняется. Конечно, вот. Да. И я хочу добавить, что когда, например, мы познакомились по интернету с Анжелой, часто если вы общаетесь по интернету с кем-то, познакомились, вы общаетесь, все супер, вы нравитесь, да, фотографии посмотрели, вот у нас была такая ситуация. То есть мы понимали, что по интернету нельзя полностью узнать человека. И я, например, мы друг другу высылали свои фотографии, видео там друг другу, чтобы можно было увидеть. Общались там, по телефону звонили. И потом, когда встретились, ну, другой человек, все равно, как ты не узнаешь его? Вроде бы все классно, но ты рисуешь себе образ, не видя его, ты все равно у тебя формируется в голове какой-то образ. И когда ты встречаешься с реальным человеком, и ты видишь, что немножко вроде бы, но он расходится, ваши образы не совпадают. Вот у меня такое было. Ну, я думал, что когда я встречу, вообще все точки на «и» расставлю, как бы сразу все станет ясно, а мне, когда встретился, только знаки вопроса появились. Что-то оно как-то не сходится, знаете, такой у меня ступор немножко. Думаю, что ж такое? Поэтому я хочу сказать, что побыстрее встречаться вам нужно. Вот когда вы познакомились с кем-то по интернету, у вас есть симпатия, возьмите, встретитесь. Там, если даже в разных странах, как у нас была ситуация, там все равно вам нужно встретиться. Потому что может быть оказаться, что ну, это не то. Понимаете? Потому что внешность, она очень важна. И внешность, характер, как себя человек ведет там, и так далее. Поэтому, чтобы таких вот не было моментов, нужно наяву встречаться. То есть, да, у нас как-то, ну, я не думала, что Ваня такой внешне. Да, он не думал, что я такая внешне. То есть, вот. И такое есть правило трех встреч, знаете? Говорила, да? Не говорила? Есть правило трех встреч. Если вам с первого раза человек не понравится, это не значит, что это не тот человек. Это вовсе не означает, что это не тот человек. Надо три раза встретиться с человеком, чтобы понять, что это действительно он или же это действительно не он. Мы рекомендуем как бы в движении, да, то есть три раза встретиться хотя бы с человеком, чтобы понять или делать какие-то серьезные решения, ну, за продолжение отношений или же как бы наоборот приостановить отношения. Есть такое понимание: мой тип мужчины, мой тип женщины. Я вам скажу, что это ложь. Не существует такого понятия: мой тип мужчины, мой тип женщины. Многие пишут, там вот такой список целый составляет. Вот Ваня не мой тип мужчины.
который мне нравился. Я и не его тип женщины, которые ему нравились. И очень много семейных пар, когда один, как бы, и второй встретились, да, но не его тип, не его типаж. Если вы зациклены на типаже, мой тип, вы своего человека можете упустить. Надо встретить, ну, это, ну, пример одной женщины. Она занимается, семинары проводит для одиноких людей в Америке. И у нее был вот тоже такой бзик, мой тип мужчины. И она ходила по кафе, где качки собирались, и улыбалась всем качкам подряд. Потому что знала, что улыбка привлекает. Качки и... был ее тип. И тут она промахнулась. И попала на администратора, вовсе не качка. И он, увидя улыбку, осмелился к ней подойти. И она сразу отшивала таких. Вот она сразу таких отшивала и говорила, нет, пока, не вам я улыбалась. Вот. И тут он подходит, и она тут вспоминает про правила в трех встреч, что нельзя сразу говорить человеку нет. И она с ним, ну, заговорила. Потом второй раз, они встретились, после третьего раза она поняла, что это ее человек. И она вышла за него замуж. И таких примеров много, когда вот нельзя зацикливаться на своем типе. Вот у меня так, я знаю, что очень много мужчин, среди, ну, верующих даже, вот мне только брюнетки, а другому только блондинку, 1.70 м там или выше. Вот я и все, и других не видят. Вы можете своего человека пропустить. Я, например, когда мы с Анжелой начали общаться, Анжела первая написала мне, то есть, ну, я общался, мы на Викторе познакомились, общался тоже с сестрами разными, вот Анжелика написала мне, я смотрю, такая фотография, она как раз тоже была, рыжие такие волосы, у нее немножко такой восточный тип лица, я такой думаю, интересно, я такой думаю, ну да, ну, мне вообще, я с другими там сестрами общался, тип, да? Думаю, ради интереса давай пообщаться, просто по приколу, скажем так, да? Я с ней начал общаться, и сразу вот я почувствовал, что-то есть в этом. Потом вот, то есть, не надо циклиться вот на своем типе, да? Будьте, знаете, как это, ну, открыты, пусть у вас будут глаза более открыты, и вы сами будете более открыты. Смотрите на разных людей, потому что Бог, он может быть, ну, он лучше вас знает. Мы себе там попридумывали, наш тип, там еще что-то. Мы смотрим вещи на второстепенные, понимаете, на внешность там, да, то есть на цвет волос, это второстепенные все вещи. И Бог знает, что лучше нам подходит. Поэтому нам нужно, бывает так, Бог, может быть, дает человека, да, а ты вот, у тебя узко направлен, знаю, на тебя взгляд, все, это немножко не подходит, и вообще не обращаем внимания. И пропускаем просто свою, как бы, своего человека. Да. Я слышала не раз о том, что чаще вот мужчины ищут там какой-то определенный тип или женщины, это связано с первыми какими-то переживаниями эмоциональными, там влюбленность там, или сексуальные чаще всего у мужчин переживания. И вот он помнит, так память, что он было классно, так, брюнеткой, или там блондинкой, или еще что-то. И вот машинально люди ищут вот таких людей, это реально. Ну, это блокировка своего рода, психологическая блокировка. Человек не видит больше ничего. Стоп, я согласен, 100% есть такое. Ну, я думаю, это у каждого человека есть. Вот к чему-то более привязан, да? То есть, ну, надо это как-то вот убирать, понимаете? Потому что мы себя ограничиваем в этом. Понимаете? Мы не даем возможности Богу действительно дать человека, который действительно нам подходит. Поэтому это у каждого есть, какая-то привязанность. Да? То есть это, в принципе, даже нормально. Но мы должны знать, что надо это как бы учитывать в этот момент. Говорят еще, женщины выбирают тех мужчин, которые похожи на отцов, а, соответственно, мужчины, на которые на матерей похожи. Ну, тут Ваня абсолютно не похож на моего отца. Хочу сказать, но я похожа на его мать. То есть, уже... по характеру. По характеру. Не внешне, а внешне как раз она блондинка и была. Да? Так, хорошо, следующее. Должно быть духовное, интеллектуальное и физическое соответствие. Духовное, интеллектуальное. Если у вас там 10 высших образований, да, а вторая ваша половинка... Только 5.
Только 5 классов, да. Ну, понятное дело, нет там соответствия. Понятно тут. И духовное соответствие, да, то есть человек новообращенный, а ты уже 20 лет в Боге, к примеру. Или там, ну, может, даже не новообращенный, а уровень духовный вообще незрелый. Там, да, служителем никогда не был, а ты там всю жизнь был служителем. Да, соответственно, то есть тоже разный уровень. Пойдем дальше, просто не успеваю. Дальше. Очень важный момент, слушайте внимательно, должно быть понимание внутреннее, мое, по душе, по мне. Вот этот человек по душе мне. Очень-очень-очень-очень многие люди говорили, вот пары, да, которые Бог образовал, сочетал, они говорили родное. Вот это не любимый, там, не такой, а вот именно родной человек. Родной, мое. Вот родное что-то. Я думаю, это, наверное, один из самых главных вообще пунктов. Вот это вот, когда ты чувствуешь какую-то родственность. Вот у меня такое было сначала, да, то есть, может быть, мозгами, ну, как бы вот у меня был там картина, да, которую хочу жену. Может быть, Анжела вот с этой картиной не слишком стыкуется, но я чувствую, что вот в ней что-то есть родственное, в ней что-то такое близкое, вот действительно, что-то, я не знаю, как это передать словами, но вот действительно что-то родное в этом человеке есть. Она, и, другими я общался, они какие-то, ну, чужие, обычные, как бы чужие люди, а здесь что-то вот такое родное. То есть ты сердцем это чувствуешь, ты не мазами, потому что мужчины, они мазами в основном, да, работают, там, оценивают, там, и так далее. А вот именно как-то вот душа тебе подсказывает, сердце, что это именно твой человек. Вот это должно быть одно из, на первом месте, наверное, этот пункт должен стоять. Так, и следующее. Строя отношения с этим человеком, у вас нет чувства, что вы идете против рожна. Я думаю, вы переживали такое. Идете против рожна. Да? Вы переживали, наверное, когда вот строятся отношения, идете, вот, ну, как будто вот не то. Вот идете против рожна. Поняли? Но если не переживали, когда будете переживать, поймете. Ну, то есть все что-то вот не так, знаете. То есть ты как бы прилагаешь усилия, строя с человеком отношения, ты как бы вот как будто усилия какие-то прилагаешь, идешь и какое-то противление. То есть чувствуете, да? Но у нас, например, у нас легко, у нас само собой все получается. То есть когда вы встретите своего человека, это у вас будет легко, у вас будет легко строиться отношения, у вас будет все получаться. Ну, конечно, будут, может быть, какие-то трудности, я не говорю, то есть... Но не будет такого чувства, как идешь против вражна, как будто все тебе противится. Это прежде всего в духовном плане. Ты чувствуешь в духе, что-то оно не то. Это не твое вообще. То есть, а ты все равно, она тебе понравилась, она такая красавица, раскрасавица. Ты все равно закрываешь на все глаза и прешь, как бульдозер. А чувствуешь, что какое-то противление, тебе что-то Бог подсказывает, там, что-то, ну, успокойся, там, угомонись. И последний пункт, очень-очень важный пункт. Вы имеете откровение свыше. У вас на сердце мир. По поводу этого человека. Мир. Мирно. Вот строите отношения, и у вас мир. У вас радость, и у вас праведность. Где Царство Божие, там мир, праведность и радость во Святом Духе. Вот у вас внутри мир. Мир. Уверенность, вот приходит твердое понимание, что это он, она. Вот как там, Наташа, да, Наташа, ты уверена, что ты женщина? Уверена? Да. Вот. Уверена? Вот, Александр, ты уверен, что ты мужчина? Да. Ну вот. Вот так и внутри приходит полная уверенность, что это тот человек. Вот это тот человек. Шутишь, я знаю. Вот это он. Вот это он. И причем мужчинам, смотрите, в данной ситуации, когда мужчина получает откровение, ему достаточно один раз от Бога услышать. А женщинам нужно тысячи подтверждений. Тысячи подтверждений. Я помню, когда Ваня уже получила откровение от Бога, да, и я приезжала сюда на помолвку, я спрашивала у Бога знамения. Знамение до того момента, пока мужчина не встал перед вами на колени, не сделал предложение, знамение спрашивать не надо. Да. Поняли?
Не надо спрашивать знамения, пока мужчина не сделал вам предложение. Так а что же ему тогда отвечать, когда он предложение делает? Если у тебя знамения нет. А взять перерыв, подумать, молиться. А если ты не уверен? Сразу я отвечаю, ту же секунду. Я согласна. Да. Если ты уверена, до этого Бог тебе подтверждал, да? Я имею в виду знамения какие? Пусть он то-то, то-то сделает. Я вот, когда уже я шла, приехала на помолвку, тогда я спрашивала перед помолвкой. Я говорю, Бог, вот он сейчас подойдет, и пусть он скажет про мои глаза что-то. И он садится такой, садится, говорит, а интересно, какого цвета у тебя глаза? И знаете, таких моментов было множество. Вот как я спрашивала, и вот до этого были часто какие-то знамения у Бога спрашивала, вообще какая-то каша-малаша, ничего, ну, никогда не подтверждалось. А тут, как не спрошу, ответ от Бога, как не спрошу, ответ от Бога, как не спрошу, то он делает то, что я заказываю, да. То есть я спрашивала много раз у Бога подтверждение, Бог подтверждал. Только после того, как уже вот я приехала на помолвку. Поняли, да? Еще раз, последний пункт. Мир в сердце. Уверенность, что это тот человек. И эта уверенность растет. Поняли? Все. Давай помолимся. Что еще мы рекомендуем? Что? Пункт. Если кому-то надо, можете идти. Рекомендации. Советуйтесь с родителями, лидерами и пастором относительно вашего выбора. Советуйтесь. Поняли? Следующее. Понаблюдайте за человеком со стороны. Понаблюдайте за человеком со стороны. Лучше всего среди друзей, там, да, со стороны посмотреть. У нас была ситуация, один парень общался с многими сестрами, так очень близко общался. Общался. И потом мы такой, ну, у нас молодежки в церкви организовали бал-маскарад. У нас такие поговорили с одной сестрой, что-то давно у нас пар никаких не было, свадеб вообще 5 лет уже нету, надо что-то делать. И сказали всем братьям, братья, находите сестру в пару, делаем бал-маскарад, придумайте, кем вы будете, готовите художественный номер, и в бал-маскарад приглашаем только по парам. Можно девушка с девушкой. Короче, после этого бал-маскарад у нас 2 пары образовались. И этот брат, короче, который со всеми общался, и думала одна сестра, что он ее пригласит. Он ее не пригласил, она в шоке. Оказалось, что он следил за всеми сестрами. И он следил, как для него был пунктик взаимоотношений с родителями. Как эта девушка относится к родителям. Да? И он следил за всеми, и так не подходит такой. И тут приглашает сестру, одну сестру, которая в детском служении вообще не тусовалась с молодежью, редко когда тусовалась. Его направили, сказали, пригласи ее. Он пригласил, она согласилась. И в процессе общения, пока они готовились к художественному номеру, вот этот, они Кот Базилио или Салиса, не помню. И они готовились, и он влюбился в нее в этот момент именно в И как у нее действительно очень хорошие взаимоотношения с родителями. Вот у него был пунктик такой, и он вот согласился. Ну, как бы этим она его привлекла. То есть он следил. То есть, понимаете, следите за человеком, как он ведет себя со стороны. То есть у нас есть в одном из семинаров такая тема, почему мы не ходим на свидание. То есть, почему верующие не ходят на свидание до помолвки, да, то есть... Потому что многие думают, что ходя на свидание, то есть это вдвоем просто общаясь вдвоем. То есть мы узнаем друг друга, мы узнаем человека. На самом деле вы там абсолютно не узнаете человека, потому что человек, вы два таких, знаете, вот, ну, приходят неестественных. То есть вы ведете себя неестественно, как вы, ну, в непринужденном обстановке. То есть, например, парень, он себя там... костюм там супер пойдет, одолжит у друзей, там, денег одолжит, да, у него самого работы нету, денег нет, он пойдет одолжит, пригласит вас в ресторан, супер-опер, и вы такая приходите тоже, вся такая принцесса, прическу сделали там за $100, да, никогда в жизни такое не делали. И приходят, да, два такие красавца, чтобы узнать лучше друг друга. И, конечно, они узнают, то есть она говорит, вау, какой успешный молодой человек, вообще такой...
в такое заведение привел, и он то же самое. То есть, и вот так они ходят, узнают друг друга до свадьбы, да, потом после свадьбы они просто прозревают, когда они, знаете, сами собой оказываются. То есть, понимаете, вы не узнаете абсолютно человека, на, ну, ходя на свидание. Поэтому, чтобы узнать человека, нужно вот в обществе узнавать, в компании. Пойдите на шашлыки там с друзьями, организуйте. Или в церкви, или на работе, если вы... То есть в коллективе, когда человек ведет себя естественно, он общается, как он ведет себя с начальством, да? Как он с подчиненными себя ведет, как он ведет себя просто с незнакомыми людьми, которые у него что-то просят помочь, к примеру. И так все видно. Можно видеть, какой человек есть на самом деле. Просто у нас нет времени, простите, да, у нас целая тема. Я думаю, вы не в обиде. Следует знать о болезнях человека, о способности к деторождению. Может даже взять справку с бывших зависимых. То есть если, ну, о болезнях, да, о способности к деторождению. Об этих вещах нужно сказать заранее. Следующий момент, последний, не обсуждать прошлые грехи. Вот у вас на прошлые грехи должен быть табу. Во взаимоотношениях, в обсуждениях. Вы, вот если женщина не способна иметь детей, к примеру, да, это надо сказать. Вы понимаете. Да. А грехи прошлые вы не надо. Вообще Бог даже запрещает. Он говорит, я удалил настолько далеко. Да? Поэтому грехи, бывшие, какие были у вас в прошлом, не обсуждаются. Ясно? Потому что Бог их простил. Аминь. Аминь. Ну что, давайте помолимся. Помолись. Аллилуйя. Боже, благодарим Тебя за сегодняшний урок, Господь. Боже, мы просим, чтобы Ты благословил нас, Бог мой, во имя Иисуса Христа. Боже, помоги нам эту информацию, которую мы сегодня получили, просто применять на практике, чтобы она не осталась у нас где-то там записана. Господь, пожалуйста, помоги нам, ну, применять ее на практике, когда мы будем строить отношения с тем человеком, которого Ты приготовил для нас во имя Иисуса Христа, Боже. Мы просим, чтобы Ты, Господь, распустил нас миром, Бог мой. И просто дай нам возможность, Господь, прийти на следующий урок, Господь, чтобы у нас получилось прийти также на следующий урок и на все последующие уроки, Господь, во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Аминь. 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 Я не коснулась симптома нездоровых отношений. Просто коротко скажу, вы пока можете делать чаем и слушать. Симптомы нездоровых отношений. Первый – отсутствие баланса, когда один человек вкладывает больше, чем другой. Постоянно один вкладывает, а второй принимает и ничего не отдает. Следующий симптом – резкая критика. Когда один человек постоянно осуждает, обсуждает, ругает другого человека. Вот это резкая критика. Следующее – манипулирование. Когда эмоциональное манипулирование, чувство жалости постоянно, да, вызывает человек. Это тоже ненормально, когда манипуляция идет. Далее, следующее – напряжение. Когда во взаимоотношениях у вас есть напряжение, то волнение, чувство тревоги постоянное, напряжение, натяжные отношения. Это тоже синдром нездоровых отношений. И следующий, последний синдром нездоровых отношений – это блокировка личностного роста. Личность не может расти. Блокировка личностного роста. Это тоже признак нездоровых отношений. Все. Спасибо.